Заключительный матч этих наших соревнований встречаются инлайн групп и Томас инлайнов на первом секунде. Вот забить они в желтой форме, но свой шанс не использовал. Инлайн провел сегодня два матча. В первом держал победу над МКБ со счетом 3-1. Но затем проиграл со счетом 0-4. Томас свою очередь в ничью сыграл с Эспром Интернешнл 3-3. И одержал победу над МКБ со счетом 4-2. Так что, ну, более-менее одинаковые результаты команд, которые сейчас встречаются на матче. Чуть лучше у Комуса. Ну, сейчас узнаем, что везение. Пришел Комус на чужой горный поле, сразу столкнулся с серьезной обороной. Преимущество 3-3, а не Шимчук заиграл с игрок с мячом. Али в центре остается. Жек, иди назад, блядь! Минус, но там есть кому зацепиться. Кто сзади играет, Жек? Нет, защитника, блядь! Длинная! Али, приди! Давай в него, давай в него! Нарушение правил. Ром, сходи. Ром, пробегай, пробегай, Ром. Саня, Даня, Саня. Саня, да. Даня, скачи, Саня. Стой на месте. Саня, пойди, Даня, Саня. Хороший, плотный, но точный удар. Это можно назвать полноценным вынос.
потратил комбо с предыдущего матча. Свобода была дальняя штанга. А на этот раз на дальнюю штангу. Сираков, возьмите, а вы стоите. Осталось только забить. Защитник встает на пути мяча. Все-таки забрал мяч в руки. Сань, Наталья, у него длинная губка. Все, ради игрока. Все меньше времени до перерыва. Отпуск не открыт. Вратарь вытаскивает мяч. Ошибка Холмса. Куда, Саня, обыгрывай туда лезь. Швили развернулся, мяч перестанил. Мой удар. Перешвили до мяча не дотянулся. Нужно заряжать. До верного уж так разыгрывает. А больше чуть побить надо. Чтобы вы забили, чтобы вы забили.
Так, свободный удар, выстроилась стенка, 5 полевых игроков, и вратарь там находились, 2 попытки, но не получилось выстрелить, пробить. На такое расстояние можно мяч устанавливать. Не 50. Конец первого тайма. Последние 10 минут третьего тура наших соревнований конференции А на поле проводить онлайн групп и бонус. Первая 10 минут пока лидера не определил. Счет 0. Но лидером по игре безусловно Холмс является, и количество этих моментов приближается к какой-то астрономической цифре, но никак не удается осталось только попасть. Я сказал, что преобразился. Тайм-аут поактивнее забегали. Видимо, нужна им была пауза, чтобы в себя прийти. Не бог, 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 не
Али сюда! Али сюда! Серый сюда! Сложный фон. Давай, устал, иди, взял! Почему я не знаю? Нужен мяч. Сир, Жиполз, стыки меняйся! Так, вот отвечается. Найди левую. Своего. Передать, волк. Хорошо. Шел пас. Ну! Еще пас. С каких только позиций моментов полностью в этом матче не забивал. Игра выходит сюда. Здесь просто игра готовая. Андрей! Сбили пас, вырезал голову. Давай, давай! Ром! Идет атака. Тихо! Удар от ворот. Спина серый, право, быстрее. Право, спина, удар, то. Давай в него, давай в него. Здорово. Члены, найди игрока. Ром. Рома, до конца с ним, Рома, до конца с ним, Ром. Ниже, Ром. До конца, Рома, с него. Своего, Ром. Своего, Ром, блядь. Томас забывает совершенно об обороне. Постоянно начинает проваливаться у своих ворот. Азар! Вот пойдем! Но мяч сильно был закручен, принимать было тяжело. Еще тяжелее было по нему сразу бить. Давай в него! Очередная расслабленность полностью чуть не приходит к пропущенному мячу. Перестали возвращаться игроки назад. Высокий навес. Передача! Передача, блядь! Снова 3 в 2. Идти в обводку. С 3 метров. Аут нужно выйти. Слишком много в этом матче у Кейна получается. Поэтому и транжирит моменты. Наконец-то сбивают за последние минуты. Ну, за минуту до конца. 1-0. Удивительно, это первый момент реализованный. Сколько их было? Давай!
Да-да. Ноль еще ничего не означает, потому что Кумус сейчас наверняка дает прилететь вперед. А с последними оборонительными действиями за команду просто страшно. Севастопольский вратарь спас. Десятого номера, или одиннадцатого, если верить Майке. Блок, блок, блок! По-моему, Севастополь уже оставляет одного. Спокойно, Вань, ближний пас, подай просто ближний. Ближний, молодой пас, все. Дай! Ворота! Показать, что сейчас будут делать. Держатели полетят вперед. Вперед полетели. Принимай. Там разобрали, так. Вот, так. Или делает пас назад. Хорошая скидка головой. 9 секунд до финального свистка. Все, можно мяч держать. На опыте. Последние секунды провели. Победа Комбуса 1-0.